К этому концерту оба коллектива готовились долго, но каждый на своей площадке. АСЕМКЭА в Коме, Волжский хор дома в Самаре. Совместная репетиция состоялась накануне выступления. Сначала было скомпоновать программу сложно, а потом вот это вот соединение. В своем коллективе что-то можно отрепетировать, но нельзя очень долго рассчитывать, что мы неделю будем репетировать и вызывать коллектив из такого далека. Один номер плавно перетекает в другой. Провести совместный концерт – идея самарцев. Ансамбль АСЕМКЭА предложение коллег по сцене поддержал. Самару мы планировали уже программу с марта месяца. Мы привезли номера культуры и традиции южных районов республики и северного. Чтобы за время концерта успеть познакомить зрителя со своей культурой, привезли не только самые яркие номера, но и национальные инструменты. Среди них шуршак, щельга и чипсоны. Каждая трубочка имеет свою высоту. Каждый чипсон разный по звуковысотности. Есть повыше ноты повыше играть, узенькие, маленькие чипсоны. То, что пониже, звучит хуже. Более крупные чипсоны. Для северного коллектива это не первое выступление перед самарским зрителем. Волжский хор тоже недавно давал концерт в Коме. У них очень доброжелательный зритель, принимают очень хорошо, всегда с бурными аплодисментами, не хотят отпускать со сцены. Они полюбили нас настолько горячо, что каждый раз, когда мы к ним приезжаем, встречают нас тепло. Тепло принимает оба коллектива и самарский зритель. Для Волжского хора это не просто выступление. Совместной программой «От Печоры до Волги» открыли новый концертный сезон. Мария Шпакова, Александр Дудко, Новости губернии.